Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что ж, давайте приступим. Ну что же, друзья. Ну а друзей, естественно, мы должны получать подарочки, поэтому собираем все. Также мы отдаем и опять снова получаем. Не знаю, почему так по два раза все это получается. Но сколько нам дадут? Как-то медленно идет начисление. Давай еще соберем. Мы еще, видите, не все собрали. 93 тысячи. Хорошо сгодится. Так, что у нас тут? Арена высвечивается. Оу, мы выиграли. Так что давайте получать с вами 14 карточек воблера, а также 14 богини света, 12 атомного робота. Это и 11. Ну что же, неплохо. Что за подлагивание, ребят, такие? Я не понимаю, в чем проблема? Что опять с сервером или, как говорится, с моим интернетом? Так, этих прапывать мы пока не будем. Давайте зайдем с вами в магазинчик у Джо и посмотрим, что нам здесь доступно. А нифигашечки у нас здесь нету. Точнее, есть, но я не буду это приобретать, потому что я не вижу в этом надобности. Здесь получили. Так, и что же мы с вами... Больше ничего... А, ежедневные испытания. Ребят, давайте-ка глянем. Воу, вот этот братуха мне бы пригодился. Соберите свой отряд. 47 уровень против меня, ребята, выступает. Я выбираю, естественно, циркулярку. А мне не с кем здесь играть. Мне не с кем, ребята, здесь играть. Вот в чем вся проблема-то. Ну, давайте просто для формальности посмотрим, как здесь будет это все нелепо выглядеть. Но бойцов-то у меня нет. У меня только лишь циркулярная пила раскачанная, а остальное все... Ерунда. И, естественно, ребята, он здесь ничего абсолютно один сделать не сможет. Так, ну что, посмотрим, какой. Ну, естественно, тут щитоносец выходит сразу же. Щитоносца-то мы с вами, может быть, и побьем. Но вот дальше как будут дела обстоять, я не знаю. Ну, бум, упал. Упал он у меня все-таки, в конце концов. Ой, банши, банши. Да. Смотрите, ребята, ну это чисто какой-то... А мы вот так вот тоже сделаем. Давай, пилорама, выходи. Так, мы тоже свою банжи вызовем. Но она у нас намного, ребят, слабее, чем... Жик! Отлично. Так, манна куда побежала? Ах ты, смотрите, у него прокачанные зомби. Причем довольно неплохо. Да ну нафиг, это какая-то ересь, ребят. Если честно, ну... Я на одной циркулярке не уеду просто-напросто никуда. Хотелось бы, но не получится. А вот так вот, бам! Обалдеть. А, да что ты делаешь-то? Продолжить, конечно. Одна лишь пила у меня здесь рулит. Она рулит, конечно, хорошо, но не хватит ему пробиться. Я даже, ребят, по времени просто не успею. Угу. А остальные, видите, все, они ничего не могут сделать. Так что... Не вариант, ребята. Извините уж, но не получится никак. Дали такие карты фуфловые. Да пошли вы отсюда. Вот этот зомбарь у него прокачанный, конечно. Офигенно, сколько мне наносит неудобств. Ну и, соответственно, молния. Как же без молнии-то? Без молнии это как без хлеба, елки-палки. Так, ладно, здесь наказали. 9 секунд, ребят, я проиграю, естественно. Не уложился. Но, опять же, вам скажу, это не моя вина, потому что такие мне дали карты. Все, как говорится, предвзято. Ладно, я даже сюда суваться не буду. Какой, блин, продолжить? Не надо никакого продолжить. Все, мы отсюда уходим. Я расстроен. Эти чуваки бы мне, конечно, очень сильно пригодились бы. Ну, а мы с вами, ребята, продолжаем основную сюжетную линию. Что-то я не помню. У нас что? А, нет, все нормуль, все нормуль. Так... У нас, походу, да, ребята, у нас последняя карта, и мы с вами перейдем уже в следующий телепорт. Так что не будем долго заставлять себя ждать. Поехали, как говорится, в бой. Ух, будем веселиться. Так, ну веселиться-то веселиться, только веселья тут слишком мало, ребят. Карта у нас маленькая, враг пойдет практически моментально. Поэтому я начну с голема. Голем сейчас, да, естественно, он вызывает своего робота. А я вызову потом, наверное, воблера. Сейчас он пролетит. Нет, я вызову пилу. А после воблера, вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай. Бомбим толкателя, бомбим. Есть. Да пошел ты отсюда. Вот так-то оно будет лучше. Ну что ты, боксерушка-то родной ты мой.
Кулачками там своими машешь. Оу! А вот это плохо, ребят. Толкатель сейчас всех растолкает. Голем, конечно, бьют, но... Во, оглушил. Мечник мой оглушил его. Так, смотри, сейчас, наверное, получит... Тюм, воблер просто упал. Дайте карточку боксера мне сюда срочно. Но все равно, ребят, мы пройдем. Мы завалим базу. Я даже вот так вот сделаю. Дидыш! Хе, побед за нами. Продолжить, конечно же. Так, у нас открывается следующая карта. И мы смотрим, кто здесь. Циркулярка, бомбер и толкатель. Фу, в принципе, ничего сложного нет вообще. Погнали. Так, начнем, пожалуй, мы с вами, наверное. Ага. Ну, давай я вот так вот сделаю. Ты его вряд ли прожаришь. Бум. Ну и добить мы его тоже не добили. На, получи. Фашист, гранату. Жик. Так, проскочил, молодец, умница. Зачем я вызвал воблера? Ребят, кто мне скажет? Сейчас попадет он под раздачу. Попал. И этот попал, ёпрасоте. Зачем я так делаю? Что же это происходит-то со мной? Так, толкатель. Слушай, ребят, мы, по-моему, преимущество с вами теряем. Толкатель пришел. Сейчас начнет тут толкать всех. Но нет, не получится, ребят, у него. Так, только воблера не трогай. Да воблер сам тупит, ребята. Он встает как ду... Два раза на одну и ту же граблю наступаю, ребят. Зачем так я делаю? Я не пойму. Летит вот этот вот бомбер. Я вызываю вначале мечника, естественно, он падает. Точнее, воблера. После него вызываю циркулярку, он тоже у меня падает. Это уже второй раз у меня такое происходит. И все никак не могу научиться, ё-моё. Вот сейчас он пролетает. Теперь вызывай хоть кого, хоть чего, хоть сколько. Сейчас все будет хорошо. Но времени-то у нас мало, ребят. Минутка всего лишь-то осталась. О, карточку выбили. Это хорошо. Давай циркулярку. Бомбанули, все, молодец. Я вот так вот делаю. Дыч! Бомбер может там что хочет делать. Мне уже пофиг на него. Мы уже главное базу разбираем. И все. Бэй, упал. Да что ж такое-то, я не могу понять. Опять толкатель появился. Опять появился этот толкатель. Нищеброд, а. Достал он меня, если честно. Так, хорошо. Здесь мы его должны уложить на лопатки, ребят. Ну, голем, давай. 25 секунд, ребята, у нас. 25 секунд всего лишь осталось. Так, пролетает. Я, ребята, сейчас фаербол брошу. И бумс. Вот так вот. А если бы я его чуть-чуть пораньше, я бы попал в этого бомбера, который там летал бы. Естественно, попытка у меня бы на победу здесь иссякла бы. Так, это что у нас? Это что? Это у нас боксер, по-моему, да? Ну, уровень-то уже. Хо-хо, 49-й. 49-й уровень. Блин, а у меня 46-й, ребят. Ну, куда это годится? Естественно, никуда. Я, наверное, сейчас тут могу всклопотать, причем по первое число. Я буду, конечно, стараться выстоять, но это будет, знаете, такая... Да-да-да, ну, о, бежит. Что у него, интересно, за супер-там-пупер-удар новый какой-нибудь появился, а? Что, ну, кулачками своими машет, и что? И все, и больше ничего, он не может только кулачками своими вонючими махать. Ладно, мы за это его разобрали. Блин, этот бомбер летит опять. Давай так сделаем. Бам! Вот, всех покрошили. Так, мы подошли, ребята, практически... Да не то, что вплотную, мы уже разбираем базу. Ух, роботеки тут эти всякие, нищеброды. Ребят, мы взяли, по-моему, преимущество в наши руки. И сейчас нам... Да, все, я думаю, что даже бомбер его тут не поможет, который будет вылетать, а он будет... Нет, не успел он его вызвать. Четко. Вот, ребят, еще, пожалуйста, давайте вот последнюю вот эту миссейку также с вами добротно пройдем. И у нас будут три карты на телепорте открыты. Кто у них тут босс? Ой, босс-то какой мерзопакостный, ребята. Ай-яй-яй. Он на самом деле мерзопакостный, потому что он стреляет у нас снарядами. Он станет, бомбит. Короче, жесткий такой типок. Я, конечно, попробую. У нас с вами все равно выбор невелик. Пытаться, пытаться, еще раз пытаться. Если я не пробьюсь этой командой, той будет в разы, ребята, в разы сложнее пробиться, вот поверьте мне. Ладно, для этого нам нужно 500 маны накопить. И я попробую сейчас быстренько это сделать. Ого, смотрите, у него какой щитоносец.
Обалдеть. Все, ребята, теперь мне только остается накопить на моего дедулю. Давай, давай, дед, выходи, пожалуйста. Ядрен батон, бомбер тут еще летит. Ну, дед, давай, все, я деда вызвал, ребят. Дед, как говорится, идет. Дед будет лютовать. Так, отлично. И он, наверное, тоже вызвал, да? Нет, пока еще не вызвал, как ни странно. А должен был быть. Ну, пробиваем всех тут. Да что ж такое? Такой щитоносец-то крепкий у них, ё-моё. Вызвал? Да, ребят, он вызвал своего этого босса. Пытаемся, Вот, началось, ребята, в России утро. Он начинает обстрел. Этот обстрел, по-моему, станет. Давай-ка я попробую вот так вот. Бум! Немножко его, как говорится, в ступор вогнать. И все. Ха-ха, мы уничтожили его нового босса. А это о чем говорит, ребята? Только об одном. Что, по-моему, базе хана. Че бы он там не пыхтел, не кряхтел. Я думаю, что нет шансов у него на выживание. Ну, давай, ребята, поднапряглись. И бам-бах. Разрушили мы базенку-то его. Несчастную. И, как я вам говорил, ребята, идеальненько прошли. А значит, мы с вами получаем здесь сундук. Так, а из сундука нам достается... Оу, неплохо. Ну, вот эта, конечно, карта мне не очень нравится. Ладно, фиг с ним. Да куча пускай будет. И вот, 12 големов, 12 боевых жаб и 12 псов. Отлично, мы с вами, естественно... Подожди, мы же должны вроде как в портал с вами прыгнуть. Почему мы не прыгнули в портал, я не понял, ребят. Что за фигня? Да подожди ты, что тут замельтешил это все? Вот, естественно, ребята, летим в портал. Какие могут быть разговоры-то вообще? Ух, так, мы на арену с вами сегодня рванем или нет? Я думаю, что стоит рвануть. Но возьмем, пожалуй, мы не вот этих ребят, а вот этих. Да, поехали, ребят, попробуем. Ну, пару боев нужно, согласитесь, сыграть. Так, у нас здесь с вами ведьма. Угу. Ладно. Так, у него летучие мыши там есть, не забываем об этом. Так, из бойцов, из танков у меня кто? Боевая жаба. Так, самурай у него тоже прокачан, я смотрю. Ладно, хорошо, давай посмотрим, чей самурай лучше. Надо лучников, ребят, вызывать. Потому что сейчас полетят, наверное, мыши летучие. Нет, смотрите-ка, как ни странно, он вызывает тигра. Ну что ж, хорошо, пускай тигра мы вызываем. Так, а вот это вот лишнее. Вот. Ты смотри, что он делает. Ах ты! Твою дивизию! Да ладно. Да что вы там стоите, я не могу понять. Что тупят-то мои все? Я не понял, ребят, а что за фигня? Посмотри. Они у меня стоят и все. Наверное, их уже и в живых-то нету, я так понимаю. Странно, смотри-ка, самурай завис. Че? Он уже вызвал своего босса? Как он? Как это... Оу, сейчас же он будет, ребята, армию плодить этих зомбарей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, бабуля, штампуй колобков как можно чаще. Ядреного, сейчас она упадет у меня, бабуля-то это. Бабуля, мамуля, отстись. Да, походу здесь меня нагрели. Слушайте, да вот это-то что за фигня? Почему вот эти вот мои бойцы-то стоят? Я никак этого не могу врубиться. Ребята, я не могу понять. Как он еще при всем при этом успел накопить? Нет, это фигня какая-то. Давай-ка заново, я что-то не понял, блин. Что за дела? Ну, он думает, он такой крутой, что ли, деловой. Хорошо, посмотрим, кто кого. Сейчас я только тоже вызову свою богиню, естественно, ребят. Ну и все. Как ты уже вызвал-то его? Я не... Хорошо, давай посмотрим, чья. Чья возьмет, блин. Вот так вот тебе. Не хухошечки? Давай, жарим, 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 жарим. Так, опять мои бойцы. Ребят, я не знаю, что это за фигня, но они стоят. Неужели так и должно быть? Теперь вообще исчезли просто-напросто. Какая-то хрень получается, ребят. Абсолютная хрень. Ну, мы заколбасим этого жнеца или нет? Да неужели... Упал, упал он наконец-то. Давай, самурай. Наяривай, боевая жаба вперед. И давайте применять наш тоже суперудар. Раз они так делают, то мы тоже будем, ребят, так же делать.
Все, отлично. Так, бомбим. Смотрите, опять у меня этот стоит. Да что ж за фигня такая? Ведь такого же не должно быть, ребята, да? После суперудара, чтобы твои бойцы просто стояли как вкопанные и ничего не могли сделать. Так, бабуля, по-моему, твой выход... Опять? Он что, читер, что ли? Я не пойму, блин. Как он так успел за 3 секунды-то вызвать опять, блин? Жнеца, я не пойму, ребят. Мой жнец, причем еще даже не успел откатиться. Офигею просто. О, вот это хорошо, вот это замечательно. Действительно, какой-то читерок нам достался здесь, ребят. Так. Давай. Проходим. Так, завалили. Двигаемся дальше. Здесь вот так вот мы притянем, чтобы никто тут не выеживался. Так, самурай, отдохни лучше где-нибудь там в кустах. По-хорошему тебя прошу. Давай валим, ребята. Что есть мочи? Неужели? Вот это был бой. Новое место, ребята, первое. Тяжело, конечно, это было. Но в то же время я такое удовольствие получил. Ну, соперник все-таки хорош был. Ничего не могу сказать. И нет, мне надо не сюда, ребята. Хоть там и 7 уровень. Я хотел, знаете, что глянуть в плане вот здесь вот, арены. Погоди, а как же там делается-то? Смотрите, нифига. Пришелец 4-звездочный. Как там делается, чтобы посмотреть... А, все, вспомнил, ребята. Это делается вот здесь вот. Я сейчас на первом месте, у меня 71 тысяча очков, разыгрывается 21 карточка базы и еще что-то. Хорошо, меня устраивает, и главное задержаться на этой позиции. Ну а мы с вами, естественно, ребят, продолжаем проходить дальше. Так, ну что, здесь в принципе нормуль, ребята, расщелкаем их как сосунков и будем двигаться дальше. Кстати, там же у меня ребятушки уровень получили, да? Их надо будет как-нибудь проапать в обязательном порядке. Так, что-то он никого не вызывает. Затихарился, видимо. Ладно, я начну тогда первый. У меня пошел самурай. Так, а он вызвал боевую жабу. Хорошо, я тоже вызываю боевуху. Так, похитит? Не... Да ладно тебе, блин! Ты что сделал, лохмаламон, блин? Взял, украл у меня боевую жабу. Главное, самурая он не смог, потому что сопротивляемость, да? Ага, что, не нравится? Хе-хе-хе-хе. Ладно, пускай лучше так будет, да, ребят? Ну и все, заколбашиваем базу, елки-палки. Хотел уже сказать, сейчас включу ускорение. Да, вообще-то включу, ребята, вот так. Это ускорение будет выглядеть. Но все, делов-то на копейку, ребят. Ладно, продолжаем с вами играть. Здесь все чисто, идеально. Так, смотрим, что у нас тут. Тут у нас открывается воблер 44 уровня. Ребят, я в принципе не думаю, что здесь какие-то будут у нас трудности. Боевая жаба, воблер, ну и этот вонючий маленький пришелец, который в принципе для нас... Так, немножко ускоримся, чтобы вот на начальных порах набрать как можно больше маны. Так, лети отсюда. А мы вызываем боевую жабу. Вызываем также самурая. Лучник у нас пошел. Так, воблер, не выеживайся, пожалуйста. Так, давай вот так вот мы сделаем, а? Что, пришелец, вылупился? Так, давай все здесь по Шурику мы будем, ребят, с вами делать. Так, воблер упал. Черт бы и побрал этого пришельца мелкого. Все, базу, ребята, мы разбомбим. Сейчас в пух и прах. Замечательно. Колобки такие злобные, да? Даже, я бы сказал, не колобки, какие-то скелетики, черепки. Так, здесь у нас открывается стрелок. Ну что же, я думаю, что тоже никаких проблем не будет, ребята. Мой отряд укомплектован хорошо, поэтому все будет у нас хорошо. Так. Ну что, начнем. Кого он сейчас вызовет? Опять пришельца, наверное, своего, да? Как обычно, по стандарту он привык его вызывать в первую очередь, чтобы моего героя похитить. Ну? Нет, он вызывает боевуху. Ладно, я тоже вызову боевуху и также вызову прикрытие, ребята, в виде, знаете кого? Да-да-да, именно в виде некра. Так, пошел. Так, не надо только говорить, что ты похитишь. Похитил. Ну, не того, кого надо. Ха-ха-ха, хорошо. Так, некра, давай. Вылупляй своих этих скелетов. Оу, а если у меня две некра будет, как это будет выглядеть, ребята? Шикарно, эпично или как? Я думаю, что это будет вообще великолепно. Эть, заморозочка. Ха-ха, успел.
Ну давай на супер-тупер, на супер-пупер ускорение. Все, зафигачили. Надо было давно так делать, ребят, на супер-пупер ускорение. Как говорится, без лишней тягомотины. Так, а здесь у нас кто? У нас улитка. Блин, вот улитка, это хреново, ребят. Поэтому я переключаюсь с вами вот на этот отряд. Знаете почему? Потому что мечник и пилорама вы Ах, нет, погоди. А что нет-то? У нас летающих здесь нету? Нету. Ну, а против пришельца, как говорится, бесполезно что-то там воевать. Он все равно успевает, гад, выхватить кого-нибудь. Поэтому поехали. Так, немножко... Нет, не будем... Хотя, чуть-чуть. Совсем капельку. Ускоримся с вами. Так, ну что? Да-да-да-да-да. Я понял. Понял. Бум. Обменялись, грубо говоря. Так, мечник мой побежал. Следующего надо вызывать голема. Вызвали мы с вами голема. Так, пилораму. Не в того, ребят, не в того я попал. Погоди, нас что, щемят, что ли? Похоже на то. Нас немножечко, ребята, здесь прессуют. Так, да вы офигели, что ли, я не могу понять. Давай вот так сделаем. Бум! Хоп-хоп. Замечательно. О-хо-хо-хо-хо. Так тут вообще... Замечательно у нас вышло, потому что, ребят, как говорится, и ураган их снес, и все. И мы базу сейчас разбомбим. Уже кто бы тут ни вышел, ничего не поможет. Да. Воблер свое дело сделал. Шикарненько. Так, и последняя, ребята, у нас миссия здесь. И, да, энергия у меня только у одного отряда, у этого. Но вот этот вот босс поганый, вы прекрасно знаете, как я его терпеть не могу. И улитка. Ёпарасоте. У нас с вами всего лишь одна попытка на прохождение этого уровня. Поэтому давайте с вами используем ее прям вот на все 100%, ребят. И пойдет у меня первым. Пойдет у меня, знаете, кто первым? Вот, самурай. А он сейчас стопудово свою эту. Или улитку пришельца. Ну, естественно. И улитку, и пришельца, эй! Дружище. Кстати, он не смог похитить почему-то. Но зато, как видим, он лучницу довольно хорошо похитил. Так, некро, выходи, родная. Будем сейчас с тобой... Под прикрытием... Где отсюда достал уже? О, так, хорошо. Улитка, бум, естественно, ребята. Взорвал всех. Некр, как ты долго и медленно двигаешься. О, вызывай, вызывай. Они мне как раз нужны, твои вот эти вот супер ужасные колобки. Как они хорошо бомбят, а? Ой, как они хорошо бомбят, ребята. Даже не даем никакого шанса нашему... Да ладно, ты уже вызвал босса, да чтоб тебя разорвало. Как ты так все время быстро успеваешь это сделать? Ну-ка, давай-ка подтянем. Подтянем это дело. И будем вызывать, ребята. Я вызвал? Вызвал. Ты посмотри, что он делает. Он бьет, отталкивает. Че он там только не колбасит? Уф. Жесть какая-то. Ну, некро, некро, где ты, моя некрушечка? Выходи. Так, хорошо пока идет. Блин, он отталкивает всех в одну кучу их соединять. А мы вот так сейчас сделаем. Вот оно, ребята. Немножко в стан, как говорится, вогнали. И все у нас на мази. Теперь-то уже нет никакого шанса у него. И мы, ребята, здесь победить должны, обязаны просто-напросто. Ух, сейчас только некр доберется до сюда и все. И тут будет полный фэншуй. Ну, давай, где там твои скелетики, маленькие черепульки? Давай, выбрасывай их. А и мы даже и без них, ребята, сможем здесь победить. Монетки забираем. Вот как-то так. Я доволен, доволен, ребят, сегодняшней игрой. Жалко, конечно, что у нас с вами закончилась манна вся полностью. Энергия. Так, мы получаем, ну что же, 8 бородавочников. Это уже, как говорится, большой плюс для нашей, как говорится, маленькой компании. Так, арену мы с вами сегодня прошли. Это мы прошли. Половина 47 уровня набили. Квесты очень много какие выполнили. Поэтому забираем все. И будем на этом с вами закругляться. Обязательно увидимся с вами в следующем выпуске и продолжим играть в эту игру. Так что, ребятушки, всем пока. Всем удачи и до новых скорых видосиков.